Чем Майкл Оливер дает стартовый сигнал к началу поединка. И прежде всего мы с вами обязаны познакомиться с сегодняшними составами. Астон Вилла номинальный хозяин. Киран Ричардсон, передача вперед. Делф. Нзогбия, удар по воротам, как не... Он развернулся и ударил. Здесь Бентеки сыграл ловко. И вот открывается Грелиш. И удар по воротам угловые. С этой стороны подача левой ногою и с площади ворот. Тиню не стал поэтому на него играть. А вот эта передача проходит. Это Хендерсон. И Хендерсон играет еще в середину. Еще один пас от Джерарда. И в конце концов кому-то из футболистов Ливерпуля нужно нанести удар. И это... Еще раз за развитием этой комбинации прорыв Хендерсона. Передача здесь Окоре как-то затянул. Не смог вынести мяч сразу. Позволил развить свой успех футболистам. Грелиш с мячом. Прорыв готовится с левого края. Делф открывается под передачу, получает мяч в штрафной площади. Еще одна передача. И вот здесь, конечно, обводка в исполнении Фабиана Делфа. Многое решило. Делф сам включается. Отличный рывок в штрафную площадь. Точный. Ох, какая передача проходит на правый край. Какое продолжение мы увидим. Бентеки! Последних мячей, забитых вообще клубом Астон Вилла. Вот это был пас. Ну и здесь, кстати, очень неплохое продолжение. Стивен Джерард, но мяч выигрывает футболист Астон Виллы. И прорыв к воротам. Бентеки, между прочим, сразу стал оглядываться. Не пошел вперед. Делает передачу до Делфа. Возможно, офсайда. Мы останавливаем. Но Бентеки, почувствовав, может быть, посчитав скорость движения себя и головой в исполнении Ливерпуля. Оттуда Хендерсон подает. И важнейшее из испытаний. Стивен Джерард. Ноги-то помнят, но нету силы былой уже в этих ударах. Также не закрепился в основе. Подача углового в исполнении Стивена Джерарда. Нет, поменяли. Каутинью будет подавать. А я думал, что Вилла решила, что можно здесь. Ох, как игроков Астон Виллы вытянул этот мяч уже из пустых ворот. Там подел. Выстоять. Ламберт. Хендерсон. Подача. Очень аккуратную подачу сделал Хендерсон. И цель.